Самый памятный. Наверное, жену не обидеть и брата не обидеть. Наверное, часы от брата. Что я дарил? Не помню. Наверное, тоже. Часы. Много. Всегда, каждый раз, каждый день рождения, какие-то хорошие, неожиданные такие подарки. Ну вот брательник, помню, часы подарил, очень был рад, хорошие часы. Почему брат отмечаю? Потому что, то есть, много других подарков, но так как мы друг друга мыслим, так скажем, можем, ну, не читать, а знать, то всегда попадаешь в точку. Мы с, ну, сюрпризом обычно это, да, как бы, я не знаю, что он сейчас будет дарить, и он не знает. На самом деле, для меня вот это вот присутствие его здесь, то, что вот наша встреча произошла на такой как бы период, когда у нас день рождения, поэтому, наверное, это самое лучшее, что может быть. Не, никогда не заказываем. Ну, то есть люди иногда, некоторые там пишут, там, да, какой-то список, там, что можно там дарить на дни рождения. Для меня это всегда сюрприз, это всегда неожиданно, даже если человеку там не понравится, то есть это ничего страшного в этом нет. Главное проявить какую-то вот озабоченность такую и подарить. Нет, по-моему, мама всегда говорила, что если там кто-то хотел подарить, чтобы всегда, и даже мама, всегда разные нам, по-моему, дарили. Если обувь, то разная, да, там, или какие-то костюмы, еще что-то, чтобы как-то различать можно было. Дарили, наверное, одинаковое, но в разной цветовой гамме. Да, они, наверное, понимали, что мы будем меняться, поэтому подарки, думаю, были одинаковые, просто, да, цвета разные. Да, честно, каких-то таких мест необычных нет. Наверное, дома, в кругу семьи, я думаю. На матче было, да, и забивал даже свой день рождения. Да, да, такое было тоже. Ну, день рождения, куда вы выпадали, помню, на игры выпадали. На игры, когда выпадаешь, такой думаешь всегда, так, сейчас вся вселенная будет тебе способствовать, что ты гол можешь забьешь там, или отличную игру проведешь. А такого памятного, футбольная карьера, всегда же на футболе все, заезды, поэтому как бы либо домашняя остановка какая-то, если получается, либо, может, куда-то выйдешь в ресторан, соберешь близких и вот так спокойно прям все. Спросите меня через 10 лет, да. Более-более, наверное, такой он, мне кажется, взвешенный. И вот как-то все какие-то, когда в детстве маленькие какие-то были, решения были какие-то более взвешенные, наверное, от него. И какая-то вот все равно, как сказать, старшая рука такая, типа, да. Все-таки ответственность какая-то, наверное, вроде 10 минут, да, но все равно какая-то вот ответственность больше, особенно это проявлялось, когда были чуть помладше, какие-то вот решения, может быть, да, брал где-то на себя, наверное, в этом. Я не знаю, пускай будет торт. Ну, понятное дело, торт, свечки, цифры на торте. Да, ну, наверное, еще все еще веселый, да. Больше веселый, чем грустный. Пока не чувствуется, да, что. Да, 28. Возраст прекрасный, поэтому, конечно же, еще веселый. И будет, думаю, всегда будет веселый. Леша, всегда знай, что я всегда с тобой рядом. И даже если мы за 1000 километров, я всегда переживаю, скучаю по тебе, поэтому жду того момента, когда мы будем снова играть вместе и наслаждаться футболом. Поэтому не останавливайся на достигнутом. Я очень рад, что ты уехал за границу и пробуешь свои силы там. Но, как я сказал уже, что моя такая маленькая мечта – сыграть с тобой снова вместе. Пусть это будет за сборную или за клуб, поэтому я люблю тебя, ты мой старший брат, я всегда рядом. Брательник, поздравляю тебя с днем рождения. У тебя было много сложных ситуаций в жизни на футбольных полях, и меня всегда вдохновляло, мотивировало
как ты это проходил. Поэтому никогда не сдавайся, верь в себя, твои близкие и родные всегда с тобой рядом, что бы ни случилось, а случится все так, как лучше для тебя. Поэтому будь здоров, я тебя люблю, жду, так как уже сейчас наша мечта такая маленькая, моя большая мечта сбылась, что мы с тобой снова на зеленом поле вместе, но надеюсь, еще сыграем вместе и выиграем немало трофеев. Поздравляю тебя, люблю тебя.